Опять Марсело Брозович. Через центр. Сюда пришел Медель. Почувствовав, чем это все пахнет. Медель! Удар поворотом. Гол! Гарри Медель забивает. Какой красивый мяч. Казалось бы, кто здесь должен в этом составе забивать? Ну, наверное, только не он. Ему-то нужно остановить Салаха Джеко. Всю эту мощнейшую атаку Ромы. А он пошел из 25 метров. Идеальным снукерным ударом уложил мяч в угол. По мне, Щенстый не виноват. Может быть, чуть-чуть проспал.